Сегодня вместо обзора происшествий материал про белую ворону. Полицейский спас из огня 4 человек. Пожар произошел в одном из многоквартирных домов Гусиноозерска. По счастливой случайности инспектор проезжал мимо двухэтажного дома, из окна которого валил дым. Не дожидаясь пожарных, мужчина бросился к горящему дому и вытащил через окно женщину-инвалида и спас семейную пару. В первую очередь я попытался забежать в подъезд, но там уже все было охвачено огнем. Тогда решил войти в дом через окно. При этом постучался в окна квартир, чтобы узнать, есть ли люди. Вместе с пожарным мы сначала вытащили женщину-инвалида, далее принялись спасать семейную пару, которая тоже находилась в этом доме. Несчастный случай обошелся без жертв. Причина возгорания не установлена. Ну а отважный полицейский за доблестный поступок будет представлен к награде.